Пензенской области более 1000 учреждений культуры, в которых работает более 7000 человек. Это огромная армия творческих работников. Сегодня в этом зале лучшие из них. Я от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам быть такими же преданными своей профессии, потому что в этой профессии невозможно быть дилетантом. Это профессия смысл жизни каждого из вас. Вы хранители нашей культуры, вы хранители нашего достояния, нашего национального богатства. Поэтому на вас лежит огромная ответственность, которую вы с такой, можно сказать, и ответственностью, и сознанием долга несете вперед. Огромное вам за это спасибо. С праздником!